Вот такая щучка небольшенькая. Клюнул на вибровормик. Не знаю, видно будет, не видно. Всем доброго времени суток. Не вынесла душа поэта. Тут последние дни несколько, погода вообще какая-то зверская была. Блин, зацепился. Поэтому с рыбалками не срасталась. Пару раз в последний ездил по одному, по два окуня. И все. Сегодня решил опять перебраться на другой берег. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. На рыбалку буквально тут час-полтора. С утра ветрище такое было, снежок срывался. Ну что-то пронесло вроде. А сейчас я смотрю под вечер, вроде как ветерок стих. И поэтому попробуем чего-нибудь половить. Чего не знаю, ну от ноля поди убегу. Посмотрим. Сейчас приду на место. Так, не буду, тут 2-3 точки только есть на этом берегу. За час обежать как раз хватит. Сегодня микруха. Спиннинг уже традиционный. Наваха микроджик до 5,5 от Олты. Катушка тоже от нее. Панда 2000. Ну и всевозможные приманки в ассортименте. Будем смотреть. Ладно, не буду терять времени. Побегу чего-нибудь ловить. Первые забросы, посмотрим, что нам это даст. Не хочет. Так, что вы? Поставим грабстик. Танту такую толстую не хочет есть. Посмотрим, что с грабстиком будет. Глянем. Потому что придется совсем обмельчаться. Так-то, надеюсь-то на хорошего окуня. Не на мелочь пузатого. А так будет уже хоть кого бы поймать. Так, что-то не срастается. Сейчас широко попробую, а потом буду обмельчаться, если что. Что-то как-то не очень. Вот поставим такого рака вот от Крызифиша. Нимбл. 1,6 дюйма. Сейчас попробуем. Нет, значит, обмельчаемся. Ставим граммик. Сейчас, в принципе, 2 грамма головка. Куда меньше-то. Для микрушки-то здесь. Попробуем. Если нет, значит, дальше пойду. Полный игнор. Ни одного стука не было. Может, здесь под корягой какой-нибудь большой щук приплыл. Спрятался. Житья никому не дает. Должен же хоть какой-то один окунь быть. Активный. Так, ладно, идем дальше. О, листочек какой поймал. Еще пару мест. Кидать успею. Вот быстро собираем свой арсенал. И помчались. Да, здесь, наверное, спиннинг-то сложить надо будет. Потому как
возможны эксцессы. Ладно, идем дальше. Что нам те места дадут? Так, поставил самодельную чебурашку 1,5 грамма, которых сам налил с формы от Купи.ру. Холодило, сейчас у меня голова вообще светлая. Мне надо будет что-то, приманочку какую-то хитрую. Крючок от Крэзифиша вот с таким изгибом. Не помню, как серия называется. Поставим мосю. И посмотрим, что нам это даст. Смотри, ниточка. Что за безобразие? Ага, вот он. Вот он. Выручила 1,5 грамма и мося. Вот фоточка, потому что больше не будет ничего. Значит, есть хоть один активный окунишка на всю речку. Иди, порадовал. Хоть от нуля ушел. Уже проще. Может, там еще кто-нибудь есть? Ладно, еще раз кидаю и пойду дальше. Что ты, блин? Так, опять обрыв, опять там же. Ладно, перевяжемся. Оторвался опять, поставил вольфрамовый грамм с красным крючком от фонарика и вот такую танту. Если уж это не будет работать, тогда ловить тут нечего. Ладно, пойдем дальше, пока не совсем темно. Тут крайняя точка на сегодня наша. Сейчас забросов 300-400 и домой. Посмотрим, что у нас здесь есть. Даст какого-нибудь гада щукана. О, что-то он крупноватый для такой. Ну, чисто посмотреть. Бутычки хоть какие-нибудь, нет? Еще надо тут эту рыбу. Какого-нибудь червячка. Червячка поставил. Не помню, как называется это, а так, слимворм, что ли? Не суть. Ух ты, ну это что-то бель какая-то была. О, с мормышенком, что ли, прийти? Ага, ага. Мелкий, как у шарик, жует. Бросил. Не-не-не.
Шутречка. Так, ну что бы еще придумать? Так, тут у нас что? Поставлю такую казару красную. Не видно, наверное, уже нифига. А сейчас раз 10 закину. Домой пойду. Темно уже. Все, ставлю еще разок мосю и нафиг такую рыбалку. Проворник еще поставлю. Все равно же не видно нифига. Конечно, большеват маленько. Ну ничего, так. Чисто ради спортивного интереса. Листочек цепанул. Ага. Щупали. Поди щук. Конечно, тоже еще. Ну, это бесполезно, я ее тут не достану. Сейчас сожрет. Я ее тут, ой, не достану. Поднять я ее на таком поводочке не подниму. Так что, походу, без вариантов. Нет, поднял. Опа. Вот так. Вибровормик сработал. Вот что, окунь не хочет. Клевать. Тут лобы щуканы. Ну, блин, сейчас запутаюсь до полноты ощущений. Блин, сейчас, наверное, не схватишь нифига.
такая щучка невилючка. Вот такая щучка небольшенькая. Клюнул на вибровормик. Не знаю, видно будет, не видно. Значит, видеть ничего не видела, значит, на вибрацию. Ну, как-то так. Три обрыва сегодня. Одна щучка, один окунь. Ладно, не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии, все как обычно. Всем пока!